Приветствуем вас, дорогие участники Лиги «Осень-2014». Сегодня пройдет жеребьевка разделения команд на три группы. Группа А представляет Артем, группа Б представляет Денис и группа С представляет Иван. Также у нас присутствуют независимые эксперты в виде Нади и Марины. Жеребьевка команд пройдет следующим образом. Каждая команда соответствует номеру того, как она заявлена в заявочном листе. Значит, команда «Свет», она заявлена первой, и она соответствует номеру 1. Команда «Орлы», они заявлены вторые, соответствуют номеру 2. Команда «Эвроклидон» – 3. «Либертинцы» – 4. «Паладин» – 5. «Феникс» – 6. «Радуга» – 7. «Рагнарок» – 8. И команда номер 9 – команда «Реформация». Мы предоставляем сейчас нашему эксперту перетусовать карточки с номерами, и каждый из нас будет тянуть. Пакет пустой. Держи меня. Все по-честному. Чистый совесть. Итак, начинается жеребьевка. Жеребьевка начинается. Да. Так, я тяну первую команду в группу А. И кто же это? И это у нас группа... 9, команда 9, номер «Реформация». Так, дальше идем. Группа «Б». Группа «Б», команда 7, «Радуга». Группа «С». «С», номер 1, «Свет». Итак, вторая команда в группе А – это «Эвроклидон». Вторая команда в группе Б – «Либертинцы». Итак, вторая команда в группе С. Ну, точно, «Орлы». И третья команда в группе А – это «Паладин». Третья команда в группе Б – это «Феникс». И третья команда в группе С – номер 8 – «Рагнарок». Прошу запечатлеть. Все, вы видели нашу честную жеребьевку. Теперь с этого момента вы можете начинать свои тренировки. Удачи!